Твери прошел финальный этап всероссийского кейс-чемпионата «Авангард». Одной из самых интересных стала защита проекта в категории машиностроения. Здесь для участников чемпионата задание подготовил Тверской вагоностроительный завод. Подробности в материале нашей съемочной группы. 6 направлений, более 50 команд и сотни часов подготовки к защите своих проектов. В столицу Верхневолжья приехали студенты из самых разных городов и учебных заведений России. Главная цель – это, конечно же, консолидация высших учебных заведений, индустриальных партнеров, органов исполнительной власти в том, чтобы активно содействовать формированию кадрового резерва. В направлении машиностроения задание для участников кейс-чемпионата подготовил Тверской вагоностроительный завод. Студентам было предложено разработать вариант оснастки для сварки кузова вагона. В данном случае кейс состоял по проработке оснастки для сейчас наиболее выпускаемой продукции. Это двухэтажных вагонов, то есть, соответственно, это новая продукция. Задача кейса не столько потребовать от них какого-то уже готового решения, а проверить, скажем так, их образ мысли, то, какие решения они ищут. Свое решение по заданному кейсу предложили 5 команд. Это студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Рыбинска и Екатеринбурга. Главное, чтобы они поняли, что на производствах есть чем заняться, есть куда приложить свои знания. Завод рассчитывает на то, что среди вот ребят, которые выступят, мы увидим потенциальных, может быть, наших будущих работников. В итоге победителями в направлении машиностроения стали представители команды МФХ из Московского национального исследовательского технологического университета МИСИС. Ребята предложили многоступенчатое решение предложенного кейса. Первое – это экзоскелеты рабочим российского производителя «Экзорайз». Второе решение – это создание робота, который будет сваривать. И третье решение – это поезда из алюминия и его сплавов. Кейс-чемпионат «Авангард» состоялся при поддержке Тверского регионального отделения «Союз МАШ России». Кейс-чемпионат позволяет найти талантливую молодежь, которая способна решать насущные задачи, естественно, в том числе для тех предприятий, которые входят в наше объединение. Это Тверской вагоностроительный завод, группа компаний «Ключевые системы и компоненты». На торжественном закрытии чемпионата все участники получили заслуженные призы и грамоты от партнеров мероприятия.